Итак, друзья мои, ты посмотри, чудо-печь от компании «Мистери». Посмотри, это целый цыпленок, маринованный в пряных травах. Вот друзья мои, да. Посмотрите, только это чудо-печь, где сделана специальная стеклянная крышка. Представляешь, как это удобно? Где ты видел стеклянную? Я вообще никогда не видел. Ты знаешь, Олег, я смотрю сейчас и просто поражаюсь. Со стеклянной крышкой чудо-печь. То есть мы можем с вами наблюдать через стекло, и мы можем крышку полностью снять, чтобы увидеть и чтобы, например, помешать. А потом это так красиво смотрится. Правильно ты говоришь. Потрясающий. Совершенно верно. Итак, друзья мои, посмотрите. Только что я сейчас приготовил в фритюре это чудо-печь необычного дизайна, где я приготовил целого цыпленка, курицу, могу сказать, во фритюре. Надо не хватает гарнира. Ну, давай да, сделаем. Да, хотелось бы сделаем. Гарнир. Слушайте, но мне хочется главное отметить, что это не фритюр. Нет. Это не фритюр, это чудо-печка, в которой еще и входит в комплектацию фритюр. Что кроме фритюра еще входит? Кроме этого, кроме того, что это фритюр, это пароварка. Это может быть кастрюля, это может быть сковорода. Полноценную мультиварку с легкостью замерят на вашей кухне. Вы представляете? Раз, функция мультиварки, функция кастрюли, сковородки. Ох! Вот это да! Слушай, Олег, это приготовление на пару? Это приготовление на пару. На верхней решетке она здесь в комплекте. А теперь смотрите, здесь картошечка. Картошечка. Раз, картошечка два. Это нам. А внизу у меня тоже полноценное блюдо. То есть у нас двухэтажное чудо-печь. Два. И самое главное, посмотрите на экран. Слушайте, отвлекитесь от любых своих дел и посмотрите на экран. Чудо-печь 5 в одном. Не за 3249 рублей, а всего лишь за 1999. Менее 2000 рублей, и вы получаете чудо-печку. Итак, дисплей простой и понятный на русском языке. Вы представляете? Нажимаете одну кнопку, легко разобраться. Никаких сложностей, конечно же, нет. Нажатием одной кнопки вы приготовить можете все, что угодно. У меня здесь рагу. Вот это да! На первом этаже наша чудо-печка готовит рагу. Вы можете готовить сразу два блюда одновременно. А какой фантастический дизайн! Необычный, интересный, эксклюзивный 5 в одном. 5 в одном. Ни одна ваша подружка похвастаться таким прибором не сможет. Будьте первы и заполучите чудо-печь по цене менее 2000 рублей. Я не верю своим глазам. 5 в одном. Заменяет мультиварку, заменяет кастрюлю, заменяет сковороду, заменяет фритюр и даже выполняет блюдо, делает на пару. Это просто находка. Делайте свой выбор, заказывайте прямо сейчас. Итак, совершенно ты правильно все рассказала, Олечка. Здесь картошка фри у меня готовится опять. Я к рагу овощному кладу вот эти куриные крылышки. Опять готовлю два блюда одновременно. Посмотрите, что просто, легко, на русском языке. Слушай, а разберется моя мама? Вот у меня вопрос. Разберется так. Ли вот женщины, которые далеки от новшеств кулинарии, от новшеств техники бытовой? Конечно же, с легкостью они разберутся, потому что на русском языке, кстати, когда ее тестировал, первый принцип, это, конечно же, приготовить, как будут разбираться наши мамы, как будут разбираться бабушки. Смогут? С легкостью, конечно, на русском языке. Итак, многофункциональное чудо-печь, 5 в одном. Можно готовить на пару, можно готовить. И вы не экономите место на кухне, потому что не нужны кастрюли, не нужны сковородки. Есть функция фритюра, есть пароварка и все функции мультиварки. Олег, а правильно ли я тебя понимаю, что мы можем нажать кнопочку, задать программу и уйти заниматься своими делами? Итак, конечно же, кастрюля, сковородка, фритюр, пароварка, мультиварка. Во-первых, самый необычный дизайн. Посмотрите, пока я рассказывал, я приготовил вот такую картошечку.
картошку фри вместе с курицей. Посмотрите еще раз. Здесь я приготовил прекрасные куриные грудки. Блюдо на пару. Итак, блюдо на пару – это прекрасное диетическое питание. Вы сейчас видите, как мы приготовили на чудо-печке, печке-мистере на пару картошку, на пару грудку. А вот сейчас посмотрите, если вы любите рагу, овощное рагу, готовьте его в чудо-печке-мистере. И также можно готовить и крылышки. Прекрасная возможность разнообразить свое питание за счет чудо-печки. Она готовит сама. Набирайте номер телефона меньше 2000 рублей, и вы получите функциональную помощницу, которая будет только у вас. Итак, вы хотите поставить ее на стол новогодний. Вокруг гости, а она сама готовит. А вы наблюдаете, потому что здесь стеклянная крышка. Вы видите, как она готовит тушеную картошку, как она готовит блюдо на пару. Вот такая картошка. Я хочу подать оператору, пар идет. Вкуснятина. Это картошка со свининой. Мы приготовили ее, конечно же, здесь. Все очень просто на русском языке. Два блюда одновременно можете готовить. И решайтесь прямо сейчас. Делайте свой первый заказ на Shop & Show. И вы навсегда останетесь с нами. Потому что у нас самые выгодные цены. Потому что мы тестируем все товары в прямом эфире. И потому что мы желаем вам здоровья. Ведь это лучшее предложение. Экономьте менее 2000 рублей. Чудо-печь 5 в одном. И эффектный дизайн. Итак, конечно же, вы можете выпекать запеканку. Вы можете приготовить пирожки жареные. Использовать ее как сковородка. Знаешь, чем принципиально отличается от мультиварки? Чем? Мультиварка очень глубокое дно. Да. Согласись, тебе не очень удобно пожарить. Будет переворачивать, жарить. Угу. А здесь, кстати, это единственное чудо-печь, где она разогревает температуру до 240 градусов. Вот это да! Это знаешь, для чего нужно? Приготовление стейка. Ни одна мультиварка не разогреет до такой температуры. А какая обычно в мультиварке температура? Максимальная 180, одна была 200 градусов. Вообще средняя 180 градусов. А здесь? А здесь 240. Представляете, 240. Разогревается. И за счет этого вы можете готовить как в сковородке легко и просто обжаривать любимые вкусные пирожки. Вы с какой начинкой любите? С мясной? А может быть, с овощной? Сделайте свои пирожки на чудо-печке Мистери. Напоминаю, менее 2000 рублей. 5 в одном. Потрясающего дизайна. И может готовить как во фритюре, может готовить в пароварке и заменить вам и кастрюлю, и сковородку. И сковородку. И вот эти блюда, которые вы видите, вы готовите у себя. Итак, чудо-печь, которая с легкостью заменяет вам, конечно же, 5 предметов. И фритюр, и кастрюлю, и сковородку, и, конечно же, пароварку. Приготовление сразу двух блюд. И тем более вы делаете выгодную покупку, очень экономную, 1250 рублей остается в вашем кошельке. Ну, а вы представляете, вот такая у вас будет чудо-печка. Вы позовете подружек. Ну, мы всегда так делаем, да? Идем, чего покажу. И вы показываете чудо-печку. Ваши подружки обзавидуются, потому что такой печки не будет ни у кого. А когда они узнают, что на ней можно готовить и во фритюре, и на пару, и два блюда одновременно, и не нужна ни сковородка, ни кастрюля... Итак, все, я думаю, они будут просто в ауте. Оля, ты правильно сказала, 8 автоматических программ, все на русском языке. Разберется любой, конечно же, житель нашей страны. Неважно, это пожилой, либо это молодой. Кстати, молодым рекомендую. Кстати, я очень часто выступаю с мастер-классами. Да. Очень удобно, когда ты готовишь, садятся гости с тобой вместе готовят и садятся. Да. А иногда есть такая фишка, когда ты какой-нибудь хороший предмет, который готовит. Готовить сам, ставишь посредине стола, и наши гости наблюдают, помешивают, например, как фондю. О, это тоже можно здесь готовить? Да, здесь можно готовить, растопить шоколад, потому что здесь специально восстанавливается температура. То есть не обязательно восстанавливать 240 градусов, можно сделать 35. Прекрасно! Олег, как ты считаешь, это хороший подарок на Новый год? А это, ты знаешь, это не то, что хороший, я разделяю правильные подарки или неправильные. Это правильный подарок, потому что этот подарок заменяет вам и кастрюлю, и фритюр, и пароварку, и кастрюлю, и сковородку. Здесь стеклянная крышка. Вы наслаждаетесь процессом приготовления. 8 программ на русском языке. Кстати, самое здесь уникальное еще...
хочу еще тоже заметить, так, что здесь очень правильный объем чаши 5 литров с невысоким бортом, что позволяет помешивать вам или переворачивать пирожки. И, кроме этого, хорошо ее легко протирать. Итак, все удобства налицо. Вы хотите, чтобы без вашего участия были приготовлены сразу 2 блюда к определенному времени? Заказывайте чудо-печку Мистери 5 в одном.